Смотрите новости 16.12 чаще. Теперь выпуски выходят три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Подписывайтесь на 16.12 в соцсетях, чтобы первыми узнавать о свежих новостях. В следующем выпуске мы поговорим о таком. Теперь официально Балат Назарбаев отобрал у государства Международный центр приграничного сотрудничества «Харгос». Почему полицейские страдают от преступной власти не меньше, чем протестующие, и как правоохранителям перейти на сторону народа? Не бюллетенем единым. Почему 9 июня на избирательных участках в Казахстане будет пусто?